Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе на неделю для всех знаков зодиака. С понедельника, 20 февраля, начинается Масленица, поэтому неудивительно, что звезды обещают нам много встреч с друзьями и родственниками, но и про важные дела не забывайте. Для овнов эта неделя – прекрасное время для удачного вложения денег и полезных приобретений. На работе лучше избегать ответственных поручений, прислушивайтесь к мнению более опытных коллег. У тельцов начинается благоприятный период для участия в различных торжественных и культурно-массовых мероприятиях. Запланируйте посещение концертов, спектаклей и выставок. А если у вас есть творческие способности, обязательно поведайте о них миру. Участие в вокальном или танцевальном конкурсе обещает быть успешным. Начиная с понедельника, звезды советуют близнецам устремиться к новым вершинам в профессиональной сфере. Успех в коллективе, поддержка и одобрение коллег, повышение по службе коснутся тех представителей знака, которые не будут лениться и выгодно используют открывающиеся для них возможности. Звезды 21 и 22 февраля сведут раков сразу с несколькими интересными людьми. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, ведь интуиция в указанный период будет особенно сильна, чтобы определить, кто из новых знакомых заслуживает вашего внимания. Львы, мечтайте осторожно, тщательно формулируя свои желания в период с 20 по 24 февраля. Удачное расположение планет в вашем знаке подарит почти магические способности, и все, о чем вы подумаете, начнет сбываться. Дев на этой неделе под влиянием Солнца будет переполнять энергия. Направьте ее в нужное русло. Начните на постоянной основе посещать фитнес-клуб или тренажерный зал. Прогулки на свежем воздухе тоже пойдут вам на пользу. Влияние Марса проявится на любовном небосклоне Весов с 21 по 25 февраля. И сильнее всего повлияет на тех представителей знака, кто пока еще не успел официально узаконить отношения. Объявление о бракосочетании или знакомство с родителями звезды только приветствуют. 24, 25 и 26 февраля влияние Луны открывает большую вероятность повышения по службе. Скорпионы, имеющие собственный бизнес, должны в эти три дня получить существенную выгоду, найти новых партнеров или расширить клиентскую базу. Те легкость и стремительность, с которыми стрельцам предстоит пролететь сквозь эту неделю, могут вызвать восхищение наблюдателей и зависть конкурента. Может показаться, что даже зима начинает отступать под напором вашего душевного тепла. Не сбавляйте обороты и двигайтесь в том же направлении. Астрологи обещают Козерогам с 20 февраля финансовое благополучие. Все планеты на вашей стороне, и улучшения в профессиональной сфере могут происходить даже без активного вмешательства представителей этого знака зодиака. Главной задачей на этой неделе для водолеев станет умение распоряжаться полученной информацией. Чем стоит срочно поделиться с друзьями или коллегами, а какие сведения лучше попридержать до поры до времени. Грамотный подход к знаниям – залог вашего успеха. Рыбам звезды советуют на этой неделе быть пунктуальными и не опаздывать на встречи, чтобы не упустить что-то важное. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолеть все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!